Its political neutrality, safety, and high standard of living make Switzerland a destination of choice for students from all over the world. The Business and Hotel Management School is located in Lucerne, one of the most visited cities in Switzerland, with its scenic Swiss Alps and the famous Chapel Bridge. Students are hosted in modern accommodation in the heart of the city with ensuite showers, kitchenette, and WLAN in all rooms on and off campus. BHMS is proud of its multinational faculty and student body with over 45 nationalities. The Hospitality Management Program applies hands-on learning techniques to prepare students for challenging and ever-demanding hospitality careers. BHMS is part of the Benedict Education Group, one of Switzerland's oldest and largest private educational institutions. Students profit not only by gaining knowledge and developing functional skills, but also by immersion in a unique and culturally diverse environment. They are also engaged in various social activities in a city that is charming, vibrant, and culturally enriching. Paid industry training is an integral part of the study program at BHMS. During each academic year, students are required to carry out 4 to 6 months industry training in a Swiss hotel or a restaurant approved by BHMS. The BHMS Career Center specializes in placing graduate students in top European, American, and Asian hotels through a turnkey placement service, including visa assistance. Together with the Robert Gordon University and the City University of Seattle, BHMS has designed unique and challenging BA and MBA programs with majors in hospitality management and global management. This exciting program is your door to a new life experience. BHMS у студентов есть выбор между двумя типами комнат: одноместной и двуместной, где вы будете жить со своим соседом. Когда вы приезжаете в BHMS, все комнаты заранее убраны и готовы для вашего приезда. А также все апартаменты имеют свою кухню, ванную комнату и беспроводной интернет. А также все, что может понадобиться для вашего обучения в BHMS. Студенты учатся 4 семестра во время одного учебного полугодия. В каждом из этих семестров вам предстоит пройти 4 класса плюс 2 класса по сервису, в которых вы либо помогаете на кухне, либо обслуживаете других студентов в ресторане, тем самым набирая опыт и навыки для вашей будущей практики. Учителя в BHMS очень дружелюбные и профессионалы своего дела и полностью направлены в сферу гостеприимства. После 6 месяцев учебы я начал свою практику в сфере гостиничного бизнеса, и школа помогает мне в этом. Она подготовит меня к трудностям, которые могут возникнуть, и как стать успешной. И во время практики школа будет нас навещать, чтобы быть уверенным, что с нами все хорошо. И я не могу дождаться этого момента. Меня зовут Джулия Ганина. Я работаю в отеле Crown Plaza, который находится в городе Цюрих и является самым большим отелем. 365 комнат. Здесь я работаю как Guest Relation and Front Office Specialist. Занимаясь продажами, мне необходимо было научиться презентовать услуги отеля, выявлять потребности гостей во время телефонного разговора, предлагать варианты размещения, которые действительно могли бы заинтересовать будущих клиентов. И, конечно, я постигаю навык, который пригодится мне в любой сфере жизни – способность преодолевать все возражения и сомнения. Теперь я знаю вкусы, предпочтения и требования наших гостей. Отель компетентности, высокого уровня сервиса и соблюдения мировых стандартов гостеприимства. Благодаря интересному процессу обучения, практики и, конечно, помощи коллег, я успешно справляюсь со всеми задачами и предвосхищаю пожелания гостей.